Ну а как еще, если не так должно начинаться хорошее приключение? Пятница, конец рабочей недели, уставшие. Уже ночь почти, ну уже темно. Дождь. Ну слава богу, что не холодно. Настроение вообще рок. Я не знаю, это вряд ли возможно передать словами. Ну вот куда ты едешь? Это надо прочувствовать. Это чувство абсолютной свободы. Просто ночь, непогода, мотоцикл и предвкушение каких-то клевых приключений. Итак, всем привет. Сегодня 11 июня. Время уже почти 12. Нахожусь я на трассе М4 на заправке Лукойл. Сегодня стартуем мы на Северный Кавказ. Первая наша остановочка будет в Воронеже. Ну, как всегда, планировали выезд в одно время. Получается все, как всегда, с какими-то происшествиями. Но со мной, слава богу, все в порядке. А у моего напарника, у Николая, какая-то проблема с кофрами. Не может их закрепить, поэтому я пока один. Снимаю вступительный видос. Ну, что могу сказать? Эмоции пока очень позитивные. Переполняет радость, предвкушение большого приключения, интересного путешествия. Есть некоторое волнение. Очень сильное волнение было при сборах. Но вроде все собрал, повесил кофры. Мотик мыть не стал, потому что какой смысл мыть, когда идет сильный дождь. Поэтому я, соответственно, в полном дождевике. Дождевик у меня Starx. Очень классная штуковина, он мембранный. Не промокает, я пока доехал с Денцова до сюда, не промок вообще ни капли. Он дышит, то есть в нем никак в парнике находишься. Ну, в принципе, что, пожелайте удачи. Я думаю, это будет очень интересный трип, который потом будет приятно пересматривать. Ну, так выглядит мой снаряженный мотик с двумя кофрами. Вещи все поместились. Помимо этого у меня еще, конечно, рюкзачок. Ну, там всякая мелочевка. Вот. Перед путешествием была приобретена сумка-бау. Я думал, вещей будет гораздо больше. А по факту они даже не понадобились. Вот. Жду Николая. Он там что-то мастерит, чтобы прикрепить кофры. Ну, блин, без каких-то неполадок путешествие никогда не бывает идеальным. Время сейчас ночи. Ну, наконец-то приехал мой напарник. Чуть-чуть подзадержался. Здорово. Я такую подставу вообще никогда в жизни не видел. Ну ты понял, что приключения начинаются еще не выезжая из дома? Короче, вот второй такой у нас аппаратец. Абсолютно такой же, как у меня. Чуть-чуть посвежее годом, без выхлопа. Более туристическая версия. С таким туринговым стеклышком, с кофрами оригинальными в цвет. Вот. Ну ладно, что будем собираться, поедем в Воронеж. Повесили транспондер по трассе М4. Первая маленькая помарка была решена, Коля приехал. В итоге сейчас где-то час небольших, мы только выдвигаемся в Воронеж. Я думаю, ну часам к 6 будем. Торопиться некуда. Баки полные, батарейки заряжены. Настроение бодрое, хоть и есть небольшая усталость. Полный Silent Hill. Место дождя, теперь у нас туман. Скоро у нас первая заправочка. Пройдено в районе 160 километров. Может чуть больше, я особо не засекал. Ну, примерно. Вот в таких условиях приходится ехать.
заезжаем на первую заправочку. Нормально едем, крейсер где-то 130. Особо не мучаемся. Вот. Короче, доехали мы до первой заправочки, до Тулы. Погодные условия, ну так себе, потому что очень жесткий туман сейчас. Потеет визор постоянно, приходится протирать. Вот. Но это лучше, чем дождь проливной. В принципе, трасса сухая. Сейчас разомнемся, чуть-чуть попьем, да и снова поедем. Че, Коль, ты как? Горю, засыпаю. Зеваю. Первый раз в жизни зеваю. Нормально все. Ну, помещение аккуратненько, нормально. Я думаю, сейчас еще чуть-чуть и доедем до Воронежа, а там уже поспим. Такой вот лайфхак. Это все потому, что у меня транспондер. Короче, GPS наш Николай дал сбой небольшой. Туда, поэтому мы едем вот такими вот путями на мотоциклах, которые не очень предназначены для таких дорог. Но что поделать, с кем не бывает. Радует одно, что мы почти на месте. Я так понял, что это где-то очень близко. Здрасте. О, сейчас там еще один подойдет, он мотоцикл пока стоит. Сейчас, секунду. Что? У нас выбора нет. Да не, нормально. Фу, ну в общем добрались мы до Воронежа. Заселили гостиницу, конечно. Очень сильно отличается то, что на картинках на сайте. И та комнатушка, в которую мы приехали. Ну ладно, нам здесь перекантоваться, просто кости бросить. Поспать чуть-чуть и дальше поехать. Вот, погода кайф, все наладилось. Будем отдыхать. Сейчас будет рум-тур по гостинице, в которой мы остановились в Воронеже. Оба, все, рум-тур закончен. Давай только без дублей. Да. Наступил второй день. Было ощущение, как будто первый продолжается на самом деле, потому что мы поспали всего 2 часа в этой гостинице. Вот гостиница, я не знаю, но даже придорожный путан привезти как-то стыдно, не знаю, вообще просто дальше. На подушках спать невозможно, они какие-то, не знаю. Лучше вообще без нее. Вот. Сейчас у нас по планам заправиться. Заправить мотик и заправиться самим. Вот. И как можно быстрее добраться до Ростова. Недолго мы кайфовали, хорошую погоду. Очень недолго, буквально километров 50. И все. Пришлось экстренно одеваться. О! Вот так
такая вот, короче, погодка. Это просто какой-то апокалипсис, если честно. Я, блин, не вижу вообще ничего. Это пиздец какой-то. От фур идут волны целые, а просто окатывают меня полностью. Шлем промок. Ну даже не вроде держит пока, иначе, блин, вообще был борода. Устал, Колян. Совсем, походу. Ну, осталось совсем чуть-чуть, осталось там соточка. Колян, давай, терпи, ё-моё. Там ждут пиво и раки. Ну, смотри, сразу я вступил. Приехали мы наконец-таки в Ростов. Ну это жесть, конечно. Колени отваливаются, жопа отваливается. Спать хочется, на ходу засыпали. Но главное, доехали без происшествий. Ну вот, а сейчас будет долгожданная награда. Холодненькая. И мясная тоже какая-нибудь награда должна по-любому присутствовать. Сейчас даже не знаю, что займемся. Скорее всего, прогуляемся чутка. В Ростове я был, но в центре ни разу не гулял. Вот, и пораньше надо ложиться спать, потому что завтра тоже тяжелый день. Завтра уже прям начало самого путешествия. Поэтому надо быть в форме. Не знаю, что может быть лучше этого. Белиссимо. Коль, ну делись впечатлениями от поездки. Ну, впечатления нормальные. Конечно, если бы начали бы отсюда бы эту историю, было бы намного веселее бы и как-то поспокойнее. Не то, что поспокойнее, а скорее всего просто не настолько были бы мы... Нельзя же говорить все эти слова плохие. Уставшие, бля. Уставшие. Вот. Измотанные. Измотанные, потому что... Изнасилованные. Что-то как-то вчерашний... Мне тяжко далась дорога, просто учитывая то, что мы почти не спали. Ну да, вчерашний и день... И еще ночной перегон до Воронежа. Мы не спали вообще все это дело. И... Ну, знаем, главное, мы здесь. Мы уже... Да, гостишка такая, вроде уровень. Полпути, сейчас мы уже здесь в ресторане делали. Заказали пивко. Даже мочки еще не разгружали, вон они стоят. Сразу пивко решили попить. Будем на связи. Всем привет. Утро третьего дня. Мы позавтракали, собрались в путь. Нам предстоит сегодня 600 километров до поселка Джилысу. Это уже при Эльбрусе, насколько я понял. То есть мы уже потихоньку подбираемся к горам. Очень рад, что закончилась вот эта нудная М4. Очень скучная дорога. Далась она нам, ну, тяжеловато, потому что из-за непогоды и плюс, ну, усталость. Короче, я рад, что мы справились. Вчера за это мы поощрили себя хорошим ужином, выпили пенного, покайфовали и, наконец-то, выспались. То есть мы легли вчера относительно рано и без будильников проснулись там в 8, что ли, или в 9, ну, то есть полностью выспались, восстановились. А, из происшествия вчера вечером опять с кольными кофрами произошла небольшая история. Он открывал и сломал ключ пополам в кофре, который находился. Соответственно, нужно было как-то этот кусок ключа доставать и изготавливать новый. Ну, справился, нашел где-то в интернете специалиста. Специалист все сделал, помог. У нас теперь кофры нормально функционируют, нормально крепятся и нормально открываются и закрываются. Вот. Поэтому поехали мы дальше.
Итак, утро третьего дня. Мы проснулись в Кисловодске. По моему довольному лицу понятно, что мы нормально поспали, отдохнули, потому что вчера, ну, если честно, меня уже лихорадило, знобило. Вот, я думал, что я заболел. Вот, но потом понял, что это все от переутомления, от усталости. Взяли на вечер бутылочку лечебного именно коньячку. Вот. Покушали, легли рано спать. Вот, ну, силы восстановили наконец. Сегодня мы все-таки доедем на Джилысу. Очень хорошо, что мы вчера туда вечером не поехали, как планировали. Мы хотели подняться туда и там что-нибудь найти, переночевать. Но когда мы размещались в гостинице, нам сказали, что там вообще нет инфраструктуры, и мы правильно сделали, что никуда не поехали. Тем более сегодня вон светит солнышко, отличная погода. Сейчас мы находимся на мойке, помоем мотоциклы, их обслужим и поедем покорять горы. Не, ну это уже совсем другое дело. Мотики чистые, обслуженные, готовы покорять горные вершины. Ну, до тех пор, пока там есть асфальт. Цепочку смазали, почистили там все, просушили, даже кофр сполоснули. Поэтому заряжено теперь ехать с кайфом, чтобы на душе было приятно, когда мочки чистые. Итак, утро. Мы в Кисловодске. Выдвигаемся. Едем на Джилысу. Местные нам сказали, если вы увидите шапочку на Эльбрусе, то можете туда не ехать, потому что вы 100% ничего не увидите, попадете под сильный дождь. Ну, пока хорошая погода, я решил все-таки поснимать Кисловодск. Городок очень приятный, даже не ожидал. Красивый, уютный, чистенький. Но только положительные отзывы могу об этом городе свои оставить. Люблю, когда в городе много зеленых посадок, когда вот парки. Ну, я думаю, все это любят. Здесь это органично очень смотрится. Памятник. Вот такая вот церковь. Кабардино-Балкария, отдельный привет вампиру, который мне все это подсказал, все посоветовал. Вон как раз Дональчиком можно легко доехать отсюда. We'll be right back.
Ну что, добрались мы до Джилысу. Получается 83 километра по серпантину. Дорога очень интересная, красивая, просто до безумия. Вот, припарковали мотики. Сейчас пойдем осматривать какой-то водопад, обедать, менять флешки в камерах. Вот, и просто наслаждаться этим путешествием. Пробка, да? Пробка! Пипец! И что делать? Далее мы поехали на ночевку в Нальчик. Дорога была ничем не примечательной, за исключением одного случая. На подъезде к городу нас остановили на посту сотрудники ГАИ. Стандартная проверка документов, ничего более. В разговоре один из полицейских, указывая на мой мотоцикл, спросил: «Можно?» Я ответил «Да», подумав, что он хочет посидеть. И каков был мой ужас и удивление, когда он сел, резко завел и лихо тронулся на моем мотоцикле. Я в панике начал бежать за ним и кричать что-то наподобие «Куда ты поехал? Что ты делаешь?» Сделав кружок по парковке, полицейский с улыбкой на лице признался, что он командир воронежского мотобата. Оказалось, это у него такой прикольчик. Далее происшествий не было. На этом первая серия нашей поездки подходит к концу. Постараюсь не затягивать с продолжением.